Всем привет, с вами Ревинск. Сегодня мы поиграем во FNAF 3. Я уже прошел первую ночь, чтобы познакомиться и посмотрел много видео на YouTube, чтобы понять, что нужно делать, что я сам не понял. Сейчас. Давайте я не буду тратить, и сразу же в первую ночь залетаю в игре. Английская моя переводить не очень умею. Я как бы не переводчик, я ютубер. Некоторые, конечно, могут, но я не. Я ж не начинаю. Я не буду слушать эти звонки, тем более не понимаю, что тут нужно, ну как их переводить. Я так понимаю, на первую ночь, по-моему, Спрингтрап не появляется, и можно делать турнир. Ну что у нас есть тут? У нас есть тут голова этого Фредди Кану за дверью. Манекены и туловище. Постеры. Кстати, дверей нету. Я удивился. Но в FNAF тоже нет, а во втором. На первом месте, кстати. Есть, ну, Фредди. А, и тут какая-то коробка с персонажами от той аниматроников. Это где на всякий случай? Вдруг он все-таки есть. Здесь постеры детей, рисунки детей, а здесь постеры аниматроников. А здесь у нас стол, вентилятор, как обычно, игрушки аниматроников, стаканчик и еще детские рисунки и большое стекло. И, кстати, телефон. Уже сколько, 2 ама? Еще мусорное ведро есть. Что у нас там? Какая-то стена. Hello. А что у нас по камеру? Да, походу, в первую ночь нет спринки. Да. Hello. Лучше бы это вырезал. Ну, она оставлю. Если кто-то захочет посмотреть. Если хотите, перемотайте на там, где мы уже будем проходить вторую ночь. Да. Что нам делать? 4 ама? Если что, 4 утра. Ну, так сказать. Некоторые, конечно, уже пить. Могу переводить. Ну, это что? Думаю, надписи маленькие. Ну, как здесь? Что я видел русскую версию, но я не искал. Не смог. Только оригинал. Давайте я вам расскажу тогда, что тут нужно делать. Короче, тут нужно смотреть по камеру, заоливать в ловушке спринга звуковые. О. Короче, там нужно 6 утра. Ну, здорово, ну и чё. Ну, так вот. Там нужно еще нельзя ведь все время сидеть на... Кстати... А, это мини-игра. Я подумала, что это такое. Ладно, сейчас пройду. И нельзя, короче, все время сидеть на камерах видеонаблюдения. Потому что будет ломаться всякие штуки, и ты не сможешь просто наблюдать, и он тебе пройдет через канализацию. Так что такое. И, кстати, я не знаю, как проходить эти мини-игры на хороший конец, так что буду на плохой конец проходить. Может, я знаю, это плохой конец. Что это плохой конец? Брось. О, спринги уже на 8. Блин, допустим. Тут уже он появился.
хорошо. Давайте, если я умру на этой ночи, то следующий я буду проходить в следующий раз, можно сказать. Следующий ролик точно пройду в вторую ночь. Если я в этот ролик, ну, не смогу пройти в вторую ночь, то... А тогда я пройду следующий ролик. Опять мне что-то там сломал. Изображение экрана. Сломал. Или что это, я уже забыл. Подписчики, поправьте меня, потому что я вообще ничего в этом не разбираюсь. Если что-то так не делаю, просто напишите в комментариях. Это очень сильно лагает. Ну, потому что разработчики еще не сделали, как аниматоры нити уходят. И поэтому он сначала у камеры лагает, а потом начинается, а потом начинает где-то, можно сказать, он сначала камеру лагает, а потом только появляется после лагов и спринг. Где спринги? Ну, только не это. Я не знаю, что делать в таких ситуациях. Когда на тебя напрыгивает бомбой. Я случайно на седьмой позвал спринги. Тут. Хорошо. Ой. Опять что-то сломал. Там был спринги. Я в этом уверен. Я уверен, там был спринг, трап. Я в этом был уверен. Да, короче, так я он меня убил. Готовьтесь как к скримеру. Все, сейчас будет скример. Вы готовы? Все. Нет скримера? А нет, есть. Я подумал, то, что разработчики тоже поглядели сделать скримак. Нет. Ну, короче, сегодня был я не знаю кто, потому что я был совсем с этими хоррами. Вот. Всем пока.